Я помню, как Авгур долго смотрел на меня, а потом спросил: «Где же я тебя видел раньше?» «Мне кажется, на тебя очень похожа хорошо мне известная статуя в одном из наших священных городов». Тогда я удивился. «Не беспокойся, гадальщик, твой труд будет вознагражден, ибо не пристало мне пользоваться чьей-то услугой за даром. Я раздатчик даров». «Раздатчик даров? Откуда ты знаешь эти слова и как осмеливаешься называть себя так?» «Это священные слова лукумонов». «Лукумонов? Кто такой лукумон?» «Лукумоны – это древние правители этрусков. В наши дни истинные лукумоны рождаются редко». «Трудно объяснить чужаку. Лукумон – это священный царь, владыка, которого избрали боги. Его находят, его узнают. Он самый главный жрец, самый главный судья, самый главный законодатель». «Обыкновенного владыку можно свергнуть, он передает свою власть по наследству. Лукумона нельзя свергнуть, так как он и есть сама власть».